Здравствуйте! Сегодня хотелось бы поговорить об очень интересной вещи. Это определение кислотности почвы. С индикатора снимаем вот эту пленку, которая и тормозит правильное показание. Обратите внимание, если вы просто воткнете только один индикатор, у вас будет неправильное показание. Если вы воткнете на достаточную глубину, то вы увидите, вот здесь у вас будет стрелочка, она будет бегать. Нужно подождать 1-2 минуты, и тогда только, когда стрелочка установится, тогда вы увидите истинное показание кислотности почвы вот в этом, допустим, горшке. А дальше мы должны знать, что самым простейшим раскислителем на огороде является зола. То есть, если у вас очень сильная кислая почва, вы можете внести золу, неважно, сухую под полив или вытяжку из золы, и этим вы понизите кислотность почвы. Если у вас почва щелочная, а вашему растению необходима кислая почва, здесь можно использовать подкислители. Самый простой способ подкисления – это чайная ложка уксусной эссенции на 5 литров воды или чайная ложка лимонной кислоты на 3 литра воды. Всего вам хорошего. До следующей встречи.